студент первого курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета Ханмагомед Рамзанов завоевал 3-е место в первенстве России по тэквондо среди молодежи от 17 до 21 года. Подробности в сюжете. Ханмагомед Рамзанов занимается тэквондо уже 8-й год. Когда-то 9-летним мальчиком он попал на секцию совершенно случайно, и ему очень понравилось. На соревновании молодой тэквондист из Дагестана состязался в весовой категории до 68 килограммов. Провел 4 боя, 3 из которых выиграл. Суть тэквондо в том, что это боевое единоборство. В основном это руки и ноги. Этого тоже занимал. Хорошие награды. В 2017 году выиграл первенство мира, в 2019 году выиграл первенство России, в прошлом году также выиграл первенство России среди юниоров, это 16-17 лет. Ханмагомед Рамзанов уже начал готовиться к студенческому чемпионату России, который пройдет в Люберцах с 14 по 17 мая. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.